Камеди, наверное, из таких основных, очень важных в плане скоринга хотя бы игроков, это, конечно, Егор Галькевич. Сегодня присутствует Свят Скворцов, подъехал, ну и Дима Кондратьев. Вообще сегодня обновленная форма Камеди, конечно, уже очень хорошо умеет разыгрывать, очень хорошо умеет отбиваться от оппонентов. Ну и плюс ко всему, очень хорошо реализует свои эпизоды, особенно из краски, с мячом. Штурбабин очень плотно к нему. И из угла попытка от новичка команды. Буриков мажет. Да. Канафеев, треха, бэнг, падает на переднюю дужку, но Брицин, ну, я говорил о том, что под кольцом у Камеди сегодня будет в угол можно передачу скинуть, но Винс пока держит наверху, вот до Галькевича доводит, Егор один в один, ну, тут стиля Демина здесь не вижу, ни в одних вариациях, так что, если не сложно, Алеша, напиши. Кого ты имеешь в виду? Была. Ну, опять-таки, здесь, как мне кажется, Камеди нужно пробовать. Нужно пробовать атаковать вообще без каких-либо сомнений. С периметра Штурбабин отвечает такой же тайм-аут. Да, я понял, про кого ты говоришь, Лех. Я просто до этого его не видел и не знаю, играл ли он где-то еще. А здесь Брицин находит опять признанное заигрывание Гонзага из своих больших в краске. Это, конечно, ну, та история, с которой будет сегодня как-то выстроить получится сейчас игру. Даже вот не фул ротации самых сильных игроков. Галькевич, хорош, Егор прямо в лоб пошел. О, ну, спасибо, буду знать. Я просто КВН не смотрю, уже не знаю, сказать. Найдется ли какой-то аргумент Камеди сегодня вот на эту вот очень организованную, очень слаженную машину под названием Гонзаги, Орлов. Жалко без попадания, но повторюсь, что удивляет то, что Теплых при своих габаритах практически не давит пост, практически не играет спиной. Ну, для атаки Шаровара на Канафеева. Обратная сразу короткая передача на вход. Но не дают Шароваре до кольца добраться. А Канафеев забивает треху. Поэтому на периметре этого большого парня, конечно, тоже надо опасаться очень и очень сильно. Сложная атака, и тем не менее, из угла колотит. 33, 14, 23, нет. 12. Еще 8. Так, выдать трешку, но нет, решает Скворцову, не ловит Свят сразу эту передачу. Винниченко можно, ой, хороший такой разворот, увел всех от себя. Как надо Демиду успокаиваться, конечно, эмоции это хорошо, но сейчас технически он в ближайшие еще пару возмущений может получить, так что ему не один, даже не один фол. Марк подсказывает очень активно, можно фалить, но никто этого не делает, решили без фолов защищаться. Хороший активным временем, как это использовать. И главное точно попадать. Это, конечно, прям вот очень круто смотрится. Несмотря на то, что я уверен, народ сейчас будет писать, это не спортивно, это не... Как это получается у Камеди делать? Прям вот реально круто. Да, друзья, всем спасибо, кто нас смотрит. Леша Сляпина, огромный привет мы уже передали. Всем, кто внизу в описании есть такая замечательная надпись «Поддержать комментатора» и ссылочка на Donation Alerts, может туда перейти, отправить любой донатик в любом формате. Вот Леха, соточку уже кинул Леша и уже на кофеек вчера, а сегодня уже на хороших матч. Так что спасибо. Баскетбол убеждает в том, что хороший тренер у команды, понимающий свои сильные и слабые стороны игроков, способен вот так вот выстроить. Ну, как бы Марк в очередной раз очень здорово пользуется тем составом, который у него есть. Тем более, что Гонзага не фу ротат. Даже когда защитники рядом, несмотря на то, что, наверное, Штурбабин самый низкорослый игрок сейчас на площадке, да и в целом в матче, ниже его уже Канафеев со спины, Галькевич, а вот его левая рука нет, пока не точна с периметра. Скворцов, еще одна треха. Да что ж такое? Еще и легкий на ногах, очень подвижный парень. Теплых здесь затолкали просто Брицина. И Галькевич затолкал уже свой мяч. Ну, как-то на ногах успеть под движение соперника, но не получается это сделать. И Никита
До мяча Шаровара здорово разобрал ситуации Егоров с периметра без броска на Конофеева. Очень аккуратная, элегантная скидочка. Ну, на автомате мах рукой, скажем так, да, заканчивается фалами назначенными. Немножко ротацию, удлинение скамейки. Это будет хорошая история. Штурбабин на своих быстрых ногах прорвался через невыстроющую мать. Ну, Конофеев решает Брицена найти на периметре. И трешка. Гонзага в очередной раз подтверждает, насколько универсальную... есть возможность свободной трехи. Опять Теплых цепляется. В этот раз Кондратьев подстраховывает на дальнем отскоке. А здесь слишком сильно и неудобно. Скворцов не вылавливает. Ну, в любом случае. В любом случае, Камеди на пробежке, там, либо на каком-то двойном ведении ты мяч теряешь. Это всегда, конечно... не в плюс себе, так немножко портит. 9-63, есть фол, подсказывает Марк, и нужно чуть-чуть подождать, не попадает, к сожалению, под этот фол Егор, да, и немножко где-то там не нашли общего языка Галькевич с Егоровым, такая ситуация прям непонятно откуда. Особенно, когда говорят про мнение экспертов, да, мне прям очень интересно, кто. В финале мы бы... Ладно, ну а мы возвращаемся к матчу Теплых. Ну вот, пожалуйста, говорил о том, что Макс не особо любит играть в посте спиной. Здесь, пожалуйста, вроде продавил ситуацию. Для... Да, Егор в это время уже мастер-класс по тому, как спиной мяч укрывать проводит для партнера. Прямо на площадке Колотилин там что-то объяснил. Слишком габаритный, слишком, опять-таки... Техничный, очень неплохо уходит от попытки под него подставиться. Игра ногой от Орлова, замена у Камеди. Ready, steady, go, как говорится. 9 минут у Камеди для того, чтобы подсократить дистанцию. Я все-таки считаю, что очень технично. Егоров совсем сквозняком мимо конца, кольца. Проговорился не очень красиво. Конофеев. Нет, а 14 пока что внизу. Ну, там в таких ситуациях крайне редко какие-то фолы можно услышать и свистки, потому что мяч вниз опустил. Этот мяч, даже если хороший матч проводит, цепляется, находит подборы. Ну, прям действительно очень неплохо в эту ротацию зашел Демид. Продолжает Игорь говорить, что ребята, я, конечно, может, не самый большой парень на площадке, но угрозу могу создавать и самостоятельно, если меня назвать. Почему бы и нет, плохая Теплых передача, откровенно, просто в ноги партнеру. Ну и 20...